Еще один набор, называй штрафную. Перебудрил. Бей, Вазин, бей. Обороняется очень отчаянно команда Кшора. Протокол выводит на удар. Шканка. Распутный, подрабатывается мяч. Против него Анойка. Тартаков, вратарь Кшора спасает. Тут Турсунов первый. Классная передача пяткой, Кувшинов. Там очень хорошо дорабатывает в обороне Степанов Мишка и лишает возможности забить гол в команду «Динамика». Тартаков на ударной позиции, 2-0. После передачи Карасева спокойно разбирается с вратарем Тартаков. Распутана Тартакова, а дальше когда становится команда «Старт» и третье место занимает команда «Краевой спортивной школы Олимпийского резерва». Есть очко! Все потерял. Можно тахер? Только когда закроют, ручку дернешь, проверишь, машина закроется. Так, еще раз. Там получается. 8-9. Ага. Давай край. Чуть попусти. Да, 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 я понял. Есть. Вот это кат. Я по учебному. Да. Ой. Достань, дай. Доставай, доставай, доставай. Хорош.
Забили свой момент. Сразу бей. Попал. Есть полян. Впереди они на чужую половину за счет длинной передачи, пока это не дается сделать, Авдоя с мячом. Заедем за нами в середину и передача по флангу, Павлов. Накрывает его Авдоя, моментище. Хороший момент у команды Грифс только что был. Куда вот соперника, но пока что не увенчался он успех. Там вас мячом. Удар. Еще один опасный момент. И нарушение правил. Грифс будет исполнять страшный удар. Вот сейчас контратака может вылететь команда Эрик Склад, но нет, сам Эрик перехватывает передачу Эрик Склада. Борщун, множество обратных обманных движений, натягивает на игрока, смещается в середину, что дальше? Дом Никита и тут Авдой! Здравствуйте! Легенда этого парня мы знаем. Борщун дальше пролазит и не удается его пролезть сквозь эти редуты защиты. Thank you.